Окей. Так, итак, значит, дополнительные средства моделирования, то, о чем мы сегодня поговорим. Это будут у нас модификаторы. Модификаторы, которые будут нам позволять наши объекты, которые по своей природе являются полигональными, то есть это не только редактируемые полигональные объекты. Это, например, могут быть и обычные примитивы, потому что геометрические примитивы, в них заложена природа полигонального объекта. Все равно, хоть мы не можем с ним работать на уровне точек, но тип у него все равно полигональный. Поэтому, в принципе, к ним эти вещи тоже могут применяться. Первый модификатор, даже не то чтобы просто модификатор, а целая группа, или правильно сказать, семейство модификаторов, о котором мы скажем, будет носить вот такое вот интересное название. Вот они у нас, модификатор с названием FFD. А дальше цифры можно не писать, потому что они как раз отличают один модификатор от другого, но у всех у них присутствует название такое вот сокращение FFD. FFD. Это сокращение FFD. Сокращение такой фразы, как Free Form Deformation. Free Form Deformation. FFD как раз и первые буквы этой фразы. Free Form Deformation. То есть это модификаторы, которые позволяют нам произвольно менять форму объекта. Произвольно меняют форму объекта. Система работы у них довольно-таки простая. Значит, их находится здесь целая группа. Вы видите, есть модификатор FFD 222, 333, 44, дальше бокс и цилиндр. По своей сути они все одинаковые. Отличаются они совсем немножко количеством контрольных точек. Об этом мы сейчас скажем. Начнем с самого простого. Вот этот модификатор, который имеет по две контрольные вершины. Я кликаю, он, соответственно, применяется к моему объекту. И первое, что я увижу, это наличие вот такого вот каркаса вокруг объекта. Данный модификатор всегда, да и в принципе все модификаторы этого семейства, всегда применяют такой вот каркас к объекту. На краях этого каркаса есть так называемые контрольные вершины. Вот они, тут, 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 во всех направлениях. И он не зря называется 222, потому что у него по всем направлениям по две контрольные вершины. Смотрите, две точки по ширине, две точки по длине и две точки по высоте. То есть цифра 2 определяет количество контрольных точек этого модификатора. В данном случае по две контрольные вершины во всех направлениях. Длина, ширина, высота. Сам по себе, как только он применился, в принципе ничего особо не происходит. Даже если мы там начнем объект двигать, мы в принципе двигаем сам объект. Чтобы увидеть действие этого модификатора, нам нужно его раскрыть на редактирование. Раскрыв его, мы с вами увидим здесь надпись, три уровня редактирования у него есть. Первый режим Control Points, контрольные вершины, контрольные точки. При данном режиме мы как раз получаем доступ к нашим контрольным точкам. Можем их трансформировать и менять наш объект. Сейчас мы это посмотрим. Второй режим носит название Lattice. По терминам Lattice подразумевается сам вот этот гизмокаркас, этот каркас, который у нас будет видоизменяться. В этом режиме мы имеем доступ целиком к нашему каркасу, можем им манипулировать. И третий режим с названием Set Volume, третий уровень редактирования, Set Volume, задать форму. Это режим, при котором мы можем менять форму каркаса, при этом не оказываем влияния на модель. Можем менять форму нашего каркаса, не искажая модель. Это нужно в тех случаях, когда нам нужно каркас подкорректировать под форму модели, потому что не всегда он идеально ложится на модель, поэтому чтобы он как можно точнее соответствовал размеру модели, нам нужно иногда его корректировать. Вот Set Volume это сделает. Ну, обо всем постепенно. Первый режим, Control Points, контрольные вершины, это тот режим, в котором мы будем проводить больше всего времени, потому что именно этот режим позволяет нам менять нашу модель. Выбрав этот режим, смотрите, мы можем спокойно выделять эти контрольные точки. Вот одна, вторая. До этого я этого сделать не мог. Когда я находился просто в режиме FFD, у меня доступа к ним не было, к этим точкам. А на режиме контрольных точек я могу их выделять. После того, как они выделены, я могу к ним применять любые инструменты трансформации. Перемещать, вращать и масштабировать.
Суть работы данного модификатора заключается в том, что мы, меняя форму каркаса, искажаем наш объект. Искажается он так, как искажается наш каркас. Фактически система такая. Каждая из точек контрольных имеет какую-то зону охвата. И та часть модели, которая попадает под это влияние, соответственно, управляется данной точкой. Та, которая не имеет к этому отношения, к этой точке, соответственно, при манипуляции никаких изменений не окажет. Мы можем выполнять любые трансформации, перемещения, вращения, масштабирования. Все это будет оказывать изменения на нашей модели. Огромный плюс этого модификатора то, что он, видите, может применяться целиком к модели. То есть он очень незаменим в тех ситуациях, когда у вас модель уже смоделирована, и нужно ее немного подкорректировать. Сделать длиннее, толще, выше, уже, шире. Чтобы не делать это с точками, а в модели, вы знаете, может быть большое количество точек. Например, вы там смоделировали, допустим, там какую-нибудь мебель резную, где большое количество точек. Теперь манипулировать с каждой из этих точек очень сложно. А применив FFD, мы можем, манипулируя всего лишь контрольными вершинами, глобально оказывать влияние на наш объект. В случае, если вдруг изменения, которые мы сделали, нам не нужны, мы можем всегда воспользоваться режимом Reset, который есть в настройках этого модификатора, чтобы вернуть наш каркас к предыдущему виду. Это иногда бывает очень удобно, если вдруг в ваших изменениях вы слишком далеко зашли и зашли по пути неверному, чтобы не удалять его, не применять заново. Кнопочка Reset позволяет сбросить эти настройки в настройки по умолчанию, то есть те, которые они были, как только модификатор присвоился. То есть вот что представляет из себя манипуляция в режиме контрольных точек. Второй режим, Lattice, оказывает влияние на сам гизмокаркас. То есть вы уже работаете не с точками, а целиком с вот этим вот управляющим каркасом. Вы можете его трансформировать. И в зависимости от того, над какой частью модели он находится, он так оказывает влияние на эту модель. То есть, видите, когда он за моделью, он вообще ее не меняет. Когда модель внутри, мы, соответственно, видим какое-то изменение, какой-то результат. Иногда это удобно при технологии анимации. То есть вы можете анимировать движение этого гизмокаркаса и, соответственно, получать какие-то эффекты применения к объекту частично или полностью этой формы. И третий режим, Set Volume, удобен в тех ситуациях, когда мы хотим подогнать форму объекта, форму этого каркаса под объект. То есть, смотрите, я сейчас сбросил форму. В режиме Set Volume я могу управлять моими контрольными вершинами, но при этом я не оказываю влияния на геометрию. То есть, я задаю каркас как можно точнее, чтобы он соответствовал форме. А после этого, когда это уже сделано, я снова перехожу на контрольные вершины и могу с ними манипулировать. То есть это режим, который нужен для подгонки каркаса под форму объекта. Вот такой модификатор. Совсем не сложный, но очень удобный иногда, который экономит кучу времени, потому что, работая с малым количеством точек, мы можем глобально оказывать влияние на большие части нашей модели. По этому модификатору 2x2 все. Давайте посмотрим остальное семейство этих модификаторов. 3x3x3. От него ничем не отличается, разве что количеством контрольных вершин. То есть у него теперь уже по 3 контрольные точки по ширине, по длине и по высоте объекта. А это значит, что теперь мы можем более аккуратно манипулировать нашей моделью. То есть оказывать влияние не так грубо, как делал это модификатор 2x2, а уже более аккуратно. На какие-то точки оказывать влияние, на какие-то наоборот не оказывать. В остальном он ничем не отличается. У него такие же режимы, у него тоже есть кнопка Reset, которая делает сброс этих настроек. Поэтому в этом плане отличий особо нет. Недалеко ушел от них и модификатор 4.4.4. Разве что он прибавил еще по одной контрольной точке в каждом своем измерении. По длине, по ширине и по высоте. То есть таким образом еще точнее мы можем оказывать влияние. Работая с каждой из точек, мы теперь на значительно меньшую часть модели можем оказывать влияние. Иногда это дает нам возможность более точно манипулировать нашей моделью. По настроечкам все остальное точно такое же. Вот принципиально иной подход с точки зрения настройки контрольных вершин у модификатора FFD Box.
По умолчанию он применяется с таким же количеством точек, как и у модификатора 4×4. Но его главное отличие – это наличие кнопочки вот здесь вот Set Number of Points. Это единственный модификатор, который позволяет вам задать нужное количество вершин по каждому направлению. Не всегда бывает, вам нужно 4, например, вершины во всех направлениях. Иногда вам нужно только, например, по высоте 4, поэтому остальные я, например, обнуляю там в минимум. Ну, вернее, не обнуляю, а свожу в минимум, в 2. И тогда у меня везде по 2, только высота имеет 4 точки. И теперь я здесь уже более аккуратно могу манипулировать моей моделью, не затрагивая при этом остальные формы, допустим. Таким вот образом. Единственное, что здесь нужно знать, так это то, если вдруг вы, уже сделав какие-то изменения с каркасом, меняете количество точек, он сбрасывается в настройки по умолчанию. Поэтому если вы не хотите терять те изменения, которые вы делали, вначале нужно продумать, сколько вам нужно точек. После этого, их задав, уже применять непосредственно этот модификатор и управлять нашей моделью. Кнопочка Reset тоже у него есть. Вот здесь тоже и можно сбрасывать настройки, если это необходимо. Ну и последний модификатор этой группы, модификатор с названием FFD-Cyl, сокращение от цилиндр, но мы его применим в соответствующей форме, потому что именно для таких форм он был и разработан. Вот он, FFD-цилиндр. Присваивает точно такой же каркас, разве что у него цилиндрическая форма. То есть он больше подходит по цилиндрической форме объекты. У него точно также есть параметр Set Number of Points. Единственное, тут они чуть по-другому задаются. Side – это количество сторон, вот этот параметр. Вот этот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот это вот side. Radial – это вот эти вот точки, 4 вершины. И height – высота – это вот эти вершины. Точно так же мы можем манипулировать, если нужно, этим объектом. Технология точно такая же. Задав точки, раскрыв на редактирование, мы можем делать какие-то изменения. Будет автоматически меняться. Например, у вас там есть модель водосточной трубы со всеми там крепежами, элементами, какими-то дополнительными еще там наворотами. Вот, и в какой-то момент вам там нужно ее как-то специфически загнуть, чтобы опять-таки не манипулировать группой. Применили FFD и делаете изменения точек, получаете изменения на всей модели. Вот таким вот образом. Вот такой вот простой довольно-таки модификатор, но очень-очень удобный, очень часто используется. Вот. Несмотря на свою простоту, очень сложные эффекты можно с его помощью получать. Один, допустим, из таких вот ярких примеров, который мне так вот запал в голову, когда я увидел, было в свое время целая куча фильмов «Люди X», да, кто, возможно, видел. Знаете, возможно, что там о супергероях с нечеловеческими способностями, вот, история. И вот в одной из серий, там есть такой агрессивный, отрицательный персонаж Магнето, вот, он может повелевать там магнитными полями, судя по этому фильму. И вот там очень такой интересный был момент, значит, когда одного из этих отрицательных тоже персонажей везут под конвоем полицейских машин, и этот Магнето стоит на дороге, и дальше такой эффект, он как управляет металлом, полями, он берет автомобиль полицейский, который впереди идет перед конвоем, поднимает его в воздух, ну, на расстоянии, то есть с машины это происходит там за несколько сот метров, он это делает у себя, он рукой как бы его поднимает, автомобиль взлетает, он сжимает руку в кулак, соответственно, автомобиль раздавливается, дальше он его выкидывает в сторону, и он улетает с дороги в сторону. Так вот, этот эффект раздавления автомобиля был выполнен с помощью вот такой технологии. Единственное, там это делалось в пакете Maya, но там тоже есть такой же модификатор, там он называется Lattice, в Maxi он называется FFD, но суть такая же. То есть, к модели автомобиля законченной применили вот этот каркас с большим количеством контрольных точек, и потом, анимируя эти точки, создали эффект сжатия. То есть, как будто бы вот рука, пальцы рук на автомобиле, как бы вот этими контрольными вершинами были санимированы и сделаны. Поэтому, несмотря на свою простоту, он довольно-таки очень сложные вещи позволяет получать, если нужно применять трансформацию целиком к модели. Еще одно полезное свойство, которое есть у этих модификаторов, как в принципе и у большинства модификаторов, о которых мы сегодня скажем, это то, что если ваша модель имеет подуровни,
Например, это полигональная модель. Или, допустим, давайте этот чайник переведем в полигональную модель. Если модель ваша имеет уровни редактирования под уровни вершины, ребра, там, полигоны и так далее, то большинство модификаторов можно применять только лишь к этим подуровням. Смотрите, то есть, вот, допустим, я на уровне там бордера выделю границу здесь и здесь, переведу в полигоны через Grow, наращу, например, их там до какого-то уровня. Вот, то есть вот у меня выделена только часть модели. Это могут быть полигоны, точки, ребра, все что угодно. Я, не отключая редактирование, могу поверх применить модификатор. И тогда модификатор применяется только лишь к выделенным частям модели. Видите? Об этом говорят вот такие вот элементы, которые в стеке показывают, что мы остановились на уровне полигонов, и FFD применяется тоже к полигону. Если были бы точки, то были бы точки здесь подсветки. И теперь, работая с контрольными вершинами, смотрите, я буду оказывать влияние только лишь на часть, на выделенную часть модели. Остальное трансформироваться не будет. Это тоже одно из преимуществ, которое дает возможность нам легко манипулировать только с частью модели, а не со всей целиком. Ну и в конце, если вам он уже дальше не нужен, этот модификатор, вы всегда можете либо применить сверху Edit поле, например, чтобы снова получить доступ там к точкам этой модели и работать с ними дальше. Вот. Или вообще можно его просто, если структура стека не нужна, вообще конвертировать. Тогда снова все превратится в полигональный объект, и вы дальше сможете с ним работать на уровне полигональных объектов. То есть вот таким вот образом работает этот FFD-модификатор. Несложный, но очень интересный. Иногда экономит кучу времени. Хорошо, теперь давайте пойдем дальше. Следующая группа модификаторов, о которых мы с вами скажем, она больше направлена на какой-то один, на выполнение одной специфической задачи, но когда они применяются группой, они довольно-таки сложные, могут выполнять вещи. Первый из этих модификаторов, о которых мы с вами скажем, это будет модификатор с вот таким вот названием. Сейчас сделаем заготовочку тут. Модификатор с вот таким вот названием Bend. Bend. Модификатор Bend может изгибать вашу модель. Выполнять изгиб модели. Я применяю его к моей геометрии. Опять-таки, показатель модификатора очень часто это наличие какого-то каркаса вокруг вашей модели. Bend в этом плане не исключение. Вот видно, что вокруг модели появляется такой же вот оранжевый каркас. Единственное, отличие от предыдущего модификатора, здесь нет контрольных точек, но зато есть вот такой вот индикатор в виде вот такого вот крестика пересекающегося. Вот этот вот крестик, он показывает центр изгиба, то есть та точка, относительно которой пойдет изгиб. Обычно этот центр совпадает с опорной точкой объекта, но в будущем, если мы захотим, мы сможем им манипулировать, если нужно. Просто применившись, в принципе, мы ничего не видим, потому что нужно подстраивать настройки этого модификатора. Значит, самая основная настройка, которая управляет изгибом, это параметр angle, угол наклона, угол изгиба. В значении 0 мы никакого изгиба не видим. А дальше увеличивая эти значения, либо уменьшая их, потому что они задаются в градусах, поэтому могут иметь как положительные, так и отрицательные значения. Мы получаем изгиб. Смотрите, я увеличиваю это значение, и вот моя конструкция начала изгибаться. При значении 180 у меня получится изгиб на 180 градусов. 360, он, соответственно, у меня замкнется. Точки при этом не клеятся, просто там наслоение полигонов происходит. Если я пойду в отрицательную сторону, соответственно, у меня получится просто наклон в другую сторону. То есть знак меняет только направление. После того, как выбран параметр угол, есть еще один интересный параметр, который позволяет дополнительно подстроить модификатор. Параметр direction, направление. Здесь мы можем конкретизировать, в каком же направлении мы хотим делать этот наклон, либо изгиб. Например, сейчас он ходит только вот в одном направлении по оси X, видите, да, в одну либо во вторую сторону. Если мне нужно по Y наклонить его туда. Ну, как вариант, его можно просто развернуть, например, да. Вот, то есть можно найти решение. Но есть у него встроенная функция Direction, которая позволяет вам выполнять аналогичную штуку. Смотрите, увеличивая это значение, мы можем
указывать, в каком направлении мы хотели бы получить изгиб. Она точно так же задается в градусах. Например, там 90, он развернется у нас так. Если в другую сторону, там минус 90 или там минус 45. Вот, тогда без вращения, просто в настройках этого модификатора, мы можем этот изгиб получать. Еще один немаловажный параметр Bend Axis, ось изгиба. Тут выбирается ось, в направлении которой изгиб у нас будет выполнен. Значит, система, смотрите, какая. Мы просто-напросто применяем ось, кликаем по ней, и он относительно этой оси выполняет изгиб. Как правило, с вероятностью где-то 99% он сам выбирает ось правильно. Но иногда бывает ситуация, когда нужна другая ось, тогда можем перебирать эти оси. Но в данном случае ни одна из них не даст хорошего эффекта. Вот, например, изгиб в направлении оси Y, видите? Вот изгиб в направлении оси X. Таким вот образом. То есть в нашем случае именно Z дает нужное направление. Вот таким вот образом. Значит, у этого модификатора, судя по значку плюс, есть уровни редактирования. Это действительно так. Если его раскрыть, мы увидим два уровня редактирования. Первый уровень редактирования Gizmo дает нам доступ к каркасу этого модификатора. Это значит, что мы можем его трансформировать, перемещать, вращать, масштабировать. Например, я могу ее вытащить за пределы объекта. Как только это происходит, объект как-то начинает изменяться так, чтобы соответствовать тем изменениям, которые происходят с нашим объектом. Но более интересным будет, наверное, второй уровень редактирования, режим «Центр». Это режим, при котором мы имеем с вами доступ к центру изгиба нашего. Вот это эта область. Когда мы находимся в этом режиме, мы можем с ней манипулировать. Чаще всего ее можно выносить куда-то, то есть менять точку, относительно которой происходит изгиб. Например, мне нужно не чтобы не относительно основания, а относительно середины происходил изгиб. Я ставлю ее в серединку объекта. И теперь смотрите, если я буду параметр angle менять, видите, изгиб происходит относительно новой точки, относительно измененного центра. Вот таким вот образом. И последний момент, который здесь у нас остался, мы его здесь разберем на примере этого модификатора. Для других модификаторов он будет работать аналогично. У большинства модификаторов, с которыми вы столкнетесь, будет внизу вот такой вот параметр с названием limits. Ограничения, ограничители. Это параметр, который включает ограничители в нашу модель. То есть позволяет нам эффект этого модификатора ограничить каким-то участком. То есть заставить применяться этот изгиб не полностью ко всей модели, а только на каком-то определенном кусочке. Для того, чтобы эти лимиты включить, нам нужно поставить галочку возле параметра limits effect. Как только они включаются, мы сразу начнем видеть эти изменения. Но из-за того, что эти параметры обнулены, результат может пока быть немножко неадекватным. Но стоит нам сейчас начать менять эти параметры, как мы с вами сразу увидим результат. Значит, лимиты эти работают следующим образом. Есть две плоскости, так называемый верхний лимит, upper limit, и lower limit, нижний лимит. Они по умолчанию стоят в нулевом значении. Но стоит нам менять эти значения, например, смотрите, я начинаю увеличивать верхний лимит. И смотрите, у меня от центра, то есть я, кстати, не зря центр вынес отсюда с основания в серединку, да, в режиме центр, перенес его сюда, потому что эти лимиты, они от центра отсчитываются. И вот от центра вверх по модели идет верхний лимит. Вот эта плоскость, видите, гуляет, желтая. И тем самым у меня получается, что эффект изгиба работает от плоскости верхней до нижней. Нижняя пока находится в нуле. Стоит не сдвинуть нижнюю, как у меня этот эффект будет распространяться и на нижнюю часть. То есть, смотрите, сейчас изгиб у меня происходит от верхней плоскости, от верхнего лимита, от upper limit, до нижнего. То есть, только вот тут изгибается модель. Здесь, за этими лимитами, она изгибу не подвергается. То есть, таким вот образом, любой
модификатор, который имеет такие вот лимиты, может ограничен быть только на протяжении какого-то определенного участка. Вот таким вот образом. То есть вот как работают эти самые лимиты. И вот так вот выглядит модификатор bend, модификатор изгиба. Окей, давайте пойдем дальше. Следующий модификатор, о котором скажем, модификатор с таким вот интересным названием Tapper. Модификатор Tapper. Данный модификатор позволяет выполнять функцию сужения либо расширения объекта. Позволяет сужать либо расширять модель. Так же как и bend, он применяет каркас к модели. Так же как и у bend, у него есть те же самые два уровня редактирования. Уровень gizmо, при котором мы получаем доступ к каркасу, и режим центр, который определяет центр, относительно которого будет происходить сужение или расширение. Опять-таки, повторюсь, оно по умолчанию совпадает с опорной точкой объекта. По настройкам следующий. Самый основной параметр, который выполняет функцию сужения либо расширения, параметр amount, то есть величина этого сужения либо расширения. В зависимости от знака, положительный либо отрицательный, у нас будет происходить либо сужение, либо расширение модели. Если значение положительное, модель расширяется. Если отрицательное, модель сужается. Относительно центра все это происходит. Есть еще один интересный параметр curve, кривизна, который позволяет этот изгиб сделать не линейным, каким он является сейчас, а идущим по кривой линии. Опять-таки, в зависимости от знака, эта кривая может раздуваться в одну сторону, либо наоборот стягиваться в другую. Параметр curve. Если центр модели изменить, то есть поставить ее не в основание, а, например, куда-нибудь на середину, то, соответственно, относительно этого центра теперь будет работать этот изгиб или расширение. Внизу есть еще несколько интересных параметров. Tapper axis определяют оси, оси, вдоль которых происходит изменение. Параметр primary определяет основное направление, по которому будет происходить трансформация. Сейчас стоит ось Z, и эта трансформация работает вот таким вот образом. Если поставить ось Y, трансформация будет работать в направлении оси Y. Если поставить X, соответственно, в направлении оси X. А внизу есть дополнительные параметры, эффект, который определяет, по каким осям должно применяться к объекту данный эффект. По умолчанию стоит плоскость Z, Y, либо там она может, название она может менять, все зависит относительно того, какая основная ось выбрана. Если Z, например, как в нашем случае, то это будет X, Y. Это значит, что эффект применяется одновременно и к одной, и ко второй оси. То есть, смотрите, если я буду менять, он и по одной, и по второй оси одновременно работает. Если поставить только лишь одну ось, эффект будет работать только в направлении одной оси. Либо то же самое, только другую ось. И еще один параметр, параметр симметрия. Это параметр, который относительно центра модели эффект будет применять симметрично. Сейчас чуть-чуть выше поставлю. Вот смотрите, гизмокаркас, видите, он относительно центра симметрично изгибается. Вот это благодаря режиму симметрия. То есть вот без симметрии, вот с таким вот образом. И те же самые есть лимиты. Если нужно, мы можем их включать, чтобы ограничить эффект этого модификатора на каком-то определенном участке нашей модели. Вот так работает Tapper. Окей, давайте пойдем дальше. Следующий модификатор. Модификатор с названием Twist. Модификатор Twist выполняет функцию закручивания модели. В
функция закручивания модели. Точно так же габаритный каркас, точно так же те же самые режимы редактирования, центр, относительно которого происходит изгиб. И дальше первое, параметр angle определяет угол закрутки. Вот я начинаю его закручивать. Смотрите, наша модель закручивается в выбранном направлении. В одну, либо в другую сторону, если знак поменять. Мы получаем вот такой вот эффект. Внизу есть оси, которые определяют ось закрутки. Да, то есть не всегда этот результат может быть вменяемым, если ось неправильно выбрана. И еще один интересный параметр, но чтобы его показать, нам нужен объект чуть-чуть другого типа. Тот же самый бокс, например, возьмем. Так. Применим его и давайте его закрутим. Вот таким вот образом. Есть. То есть вот у нас модель наша закрутилась. Еще один параметр, о котором нужно сказать, параметр bias. Параметр bias определяет акцент. Дело в том, что когда он стоит в нулевом значении, у нас закрутка происходит равномерно по всей модели. Если его начать двигать в одну либо в другую сторону, в зависимости от знака, этот акцент будет смещаться к одному краю модели, либо к другому краю модели. Ноль снова опять-таки вернет его в положение по умолчанию, и мы сможем с ним таким вот образом работать. Точно так же у него есть центр, если нужно, относительно которого происходит трансформация. Двигая центр вверх, например, на середину модели, видите, у меня совсем другой эффект будет получен, закрутки. И те же самые лимиты, ограничители, если нужны, они тоже могут применяться для того, чтобы ограничивать нашу модель. Получать такого вот рода эффект. То есть модификатор твист вот такие нам позволяет получать конструкции. Хорошо, вот в принципе это на данный момент не все, но о той группе, о которой я хотел сказать, модификаторов, в принципе это все. На самом деле они очень интересно могут работать вместе. То есть даже вот, допустим, взять такую вот простую форму, как вот этот вот бокс. Вот, вместе они могут очень интересные получать эффекты, когда применяются группой. Очень, кстати, немаловажный момент – это сегменты. Дело в том, что все модификаторы, которые применяются, они требуют, чтобы у вашей модели была довольно-таки неплохая детализация. Если у модели не будет детализации, сегментов не будет, соответственно, результат может быть совсем не тот, который мы ожидаем. Например, если вот в бокс вернуться и убрать сегменты по высоте, то твист работает вот так. То есть, несмотря на то, что, видите, его как бы каркас закручивается правильно, так как нужно, сам объект может максимум закрутиться вот так, потому что нечем укрутиться, нет деталей. Поэтому, вернувшись в бокс, увеличив там сегменты по высоте, мы сразу с вами получим нормальную форму. То есть следите за этим, это довольно-таки важный момент. Значит, и вот, допустим, как эта вся группа может работать вместе. Смотрите, вот, например, мы применяем модификатор твист, модификатор закрутки. Я единственное, что сейчас еще чуть больше сделаю сегментов по другим направлениям. То есть вот из простого бокса можно получать довольно-таки сложные формы. Смотрите, вначале твист, потом, допустим, модификатор bend, модификатор изгиба. Вот эту закрученную конструкцию он нам позволит согнуть. Вот, а теперь для пущей красоты еще применить тот же самый Turbo Smooth, например, модификатор сглаживания, который позволит нам получить какую-нибудь такую мягкую плавную форму. Красивую и аккуратную, которую другим способом получить очень тяжело. А модификаторы это делают довольно-таки легко, просто, без каких-либо проблем. Вот таким вот образом. Что хорошо еще, то что эти модификаторы могут применяться и к группе объектов. То есть, если, например, давайте на время отключим
конструкцию, сделаем чуть-чуть поменьше, то нашу часть, например, вот так вот 1 метр, она будет, ну, сегментов ей тоже зададим. Вот, если у меня есть группа объектов, например, там методом копирования полученные, на время изолирую, с помощью привязки их сопоставлю один к другому. Да, кстати, не посмотрел, как я их делал. Копия, ну хорошо, пусть будет копия. Вот, допустим, у меня есть группа объектов, я, соответственно, могу все эти объекты выделить. Так, кстати, да, надо было предварительно поудалять им. Так, не даст, ладно. В принципе, они нам сейчас не мешают, но... Чтобы лучше было, мы их поудаляем. Так, есть. Вот. И теперь вот эту группу я возьму отсюда вообще, вырежу командой cut. И применю не к одному объекту, смотрите, а к группе объектов. То есть вот я их выделил. И, соответственно... А, вставить не позволит, придется заново. Значит, ладно, применим заново. Твист тот же самый. Вот, смотрите, если выделена группа объектов, соответственно, модификатор применяется ко всей этой группе. То есть им не обязательно быть как таковой группой, они могут быть просто выделены как одно целое. Выделив теперь любой из кусочков, мы все равно увидим сверху модификатор вот такой, таким вот надписью, курсивом. Это значит, что он у нас связан еще с другими объектами. То есть этот же модификатор применяется еще и у других объектов. И теперь вот я глобально могу его менять. Видите, я это делаю на одной детали, он применяется ко всем, потому что он, в принципе, применен к целой группе этих объектов. То же самое, выделив модификатор Band. А теперь, допустим, там Turbo Smooth еще. И вот мы получаем какую-нибудь такую вот конструкцию. Видите, то есть не обязательно поштучно это все делать, выделив набор объектов, мы тоже можем применять эти конструкции. Вот, довольно-таки интересные получать формы. И они работают как одно целое, то есть линия изгиба, видите, она проходит сквозь всю геометрию. Поэтому можно это применять и к частям таким вот образом, потом точно так же их и удалять, если они не нужны в дальнейшем. Поэтому вот что позволяют нам делать эти модификаторы. Хорошо, давайте пойдем дальше. Еще несколько нам осталось модификаторов. Сегодня мы, в принципе, больше с вами теоретически поработаем. Вернее, только теоретически. Практика у нас будет уже в следующие разы. Вот, доразбираем еще набор модификаторов небольшой. Значит, следующий модификатор, о котором я бы хотел сказать, немножечко такой необычный, хотя с его помощью можно тоже очень интересные получать эффекты. Так, единственное, что ему потребуется довольно-таки большое количество деталей, поэтому я сразу задам побольше сегментов. Модификатор с названием Noise. Noise. Noise переводится как шум, но он не в прямом смысле шумит, а он создает, дает нам возможность хаотично, то есть как-то случайно, искажать нашу модель. Он может применяться для разных задач, для разных вещей. Например, с его помощью довольно-таки быстро можно получать разнообразные ландшафты, неровности на ландшафте. Какие-нибудь сложные там органические формы, например, те же самые там камни, допустим. Вот, с его помощью можно моделировать довольно-таки несложно. Единственное, что он требует, чтобы у вашей модели была неплохая детализация, потому что чем меньше сегментов, тем хуже будет результат работы этого модификатора.
Работает это следующим образом. Смотрите, то есть применив его, мы должны, конечно же, зайти в его настройки и их изменить, потому как по умолчанию там эти настроечки обнулены все. Основной параметр, которым мы будем пользоваться, один из первых, который мы задаем, это группа настроечек под названием Strength. Это сила деформации, сила искажения, Strength. Эта сила задается по трем осям, по оси X, по оси Y и по оси Z. Сейчас они обнулены, поэтому никакого изменения с моим объектом не происходит. Но стоит мне начать их увеличивать, как в направлении выбранной оси я могу видеть, как объект начнет у меня меняться. Например, вот в данном случае там 10 метров. Вот только лишь направление оси X он как-то изменился. То же самое можно сделать и по оси Y. Например, там 8 метров, вот он по Y изменился, по Z пока не меняется. И то же самое там по Z, например. Соответственно, форма его преобразовалась. Но сейчас его форма такая, какая-то очень футуристическая, вряд ли где-то ее можно нормально использовать. Дело в том, что этот параметр, эти параметры силы, работают еще совместно с одним довольно-таки немаловажным параметром, параметр с названием Scale, масштаб. Параметр Scale определяет то, насколько крупным будет этот шум, так называемый. То есть, насколько сильно будут искажения объекту, к объекту применяться, либо наоборот, они будут маленькими. То есть, большими или маленькими они должны быть. Сейчас параметр Scale, он сдается в процентах, стоит в значении 100. И чем больше этот параметр, тем, соответственно, менее заметные искажения. То есть, искажения будут крупные, вот как сейчас. Объект целиком меняется, никаких мелких искажений мы не видим. Если же мы начнем этот параметр масштаба уменьшать, то чем меньше он будет становиться, тем страшнее будет результат. Но страшным он становится по той причине, что для такого значения масштаба вот эти величины слишком большие. Поэтому, как правило, если вы уменьшаете масштаб, вам нужно уменьшать и силу воздействия. Ну, давайте посмотрим, может быть, там по метру поставим. И то многовато, видите? Еще будем уменьшать. 10 сантиметров. О, вот сейчас видно лучше. Вот теперь смотрите, сила эта стала видна лучше. Вот в чем смысл искажения. То есть он хаотичный на поверхности позволяет получать такие вот искажения. И чем меньше масштаб, тем, соответственно, более маленькие эти искажения будут. И тем меньше вам нужно будет задавать силу, потому что для маленьких значений эта сила может совсем не подходить. Она напрямую работает и связана с детализацией. То есть, чем больше деталей, тем лучше будет результат. То есть, если поднимать детализацию, эти искажения будут видны лучше. Ну и очень часто после применения нойза сверху еще применяется Turbo Smooth для сглаживания, потому как нойз очень часто оставляет такие резкие пикующие края у объекта. Вот, а с турбосмузом они сглаживаются. Вот такая замечательная губка получилась какая-то. Вот, но для бокса как для бокса. То есть, в принципе, не всегда такая форма бывает нужна, хотя для каких-то далеких ракурсов это может даже сойти за какой-нибудь там куст подстриженный, если на него еще нанести соответствующую фактуру, там, зеленой листвы. Нам же интересно более, скажем так, его практическое такое интересное применение. И мы это можем дело с вами посмотреть на примере того же самого ландшафта. Для того, чтобы получить основу ландшафта, нам понадобится какая-то геометрия, например, плоскость, plane, допустим. Если мы хотим, предварительно мы можем его тоже проработать. Сетку отключу на время. Вот. Опять-таки, не забываем задать сегментов достаточное количество, потому что чем их больше, тем, с одной стороны, больше нагрузка на видеокарту, но с другой стороны, тем лучше, тем выше качество картинки, которую мы получим. Поэтому вот мы применили с вами к ней достаточное количество сегментов. Теперь можем применить модификатор Noise, шум. Здесь задавать шум по X и по Y смысла нет. То есть мне интересует искажение вертикальное, чтобы вверх этот ландшафт искажался, поэтому X, Y я могу не трогать. Вот, если нужно, можно работать и с ними. Сразу задаю ему масштаб поменьше, потому как, а может даже в принципе и пока пусть будет 100. Вот.
и задаю нужную величину. То есть по оси Z делаю искажение. Смотрите, большой масштаб, большие формы искажения. То есть вот я задаю какую-то первоначальную кривизну моему ландшафту. Дальше, если нужно, я применяю новый нойз. Этому нойзу уже задаю масштаб значительно меньше. И теперь применяю ему нойз еще сильнее. То есть он еще сильнее сделает искажение. Ну, то есть, ну, более маленькими. То есть, смотрите, вот первый нойз, вот, соответственно, второй нойз. И теперь, допустим, там для появления третьих элементов я применяю его еще раз. Делаю его еще меньше. И, соответственно, теперь еще сильнее вношу изменения. Можно вернуться к плейну. Довольно-таки маловато сегментов. Давайте поставим их еще больше. Может, даже и по 100. Вот, теперь видно, что довольно-таки большое значение вот этого третьего нойса. Чуть-чуть его вот так вот исказим. И опять-таки, если нужно, мы можем применить с вами Turbo Smooth. Он нам даст какой-нибудь вот такой неоднородный, неравномерный ландшафт. А при нанесении на него соответствующие текстуры, вот, можно запросто использовать его как ландшафт. В настройках нойза есть еще один интересный параметр. Значит, параметр с вот таким вот названием фрактал. Это так называемый фрактальный шум. То есть шум, который более, скажем так, более резкие имеет края, более резкую структуру. Дело в том, что обычный шум, он мягкий. Мы чуть попозже, когда коснемся темы материалов, у нас там будет карта типа noise шум. И вы тогда увидите, что она из себя представляет, и лучше будет понятно, как работает noise. Но суть в том, что сам по себе noise, он довольно-таки мягкие края имеет, несмотря на вроде бы угловатую форму. Включая режим фрактальный шум, он получается более острое имеет края за счет того, что рисунок, который он генерирует, более острый такой получается. Параметр roughness определяет, roughness переводится как грубость дословно, и позволяет нам управлять этими мелкими искажениями, делать их сильнее при значении единицы, либо уменьшать их, при нуле они вообще не видны. А параметр iterations позволяет качество детализации поднять, то есть при больших значениях, там до 10 он может подниматься, будет много этого мелкого шума. При меньших значениях, соответственно, он может быть практически не виден. Вот таким вот образом. Есть внизу еще возможность анимации шума, но мы об этом поговорим чуть попозже, когда будем разбирать темы анимации. Еще один параметр, который тоже может быть интересен, параметр с названием seed. Seed дословно переводится как зерно. Он позволяет нам каждый раз генерировать уникальный шум. То есть формула, которая генерирует эти искажения, она одна. И если я, например, сделаю этот же ландшафт, скопирую его, например, то он у меня будет абсолютно идентичен, абсолютно идеален. Если я хочу с этими же настроечками получить другое искажение масштаба, я могу, не меняя настроек, просто изменить параметр seed. Он уникальную сгенерирует новую конструкцию, например, там, чем как бы больше будут числа, тем, соответственно, разные будут конструкции. При одинаковых числах рисунок одинаковый. То есть в этом шуме сделать какой-то уникальный, в этом какой-то уникальный, и в этом какой-то уникальный. Мы, даже не меняя параметров модификатора, просто получили уникальные рисунки, уникальные такие вот структуры. Это вот то, как может работать шум, вот что он из себя представляет, вот зачем он, соответственно, нам нужен. Еще интересно, что он, так же как, в принципе, многие другие вещи, может применяться к части объекта. То есть, если я... Давайте подключаем пока, чтобы не грузиться. Между плейном и нойзом поставлю модификатор EditPoly, который даст мне возможность... Нет, не mesh, а поле. Который даст мне возможность работать с моими объектами. Я могу на уровне, например, там точек выделить какую-то группу объектов. Ага, стоп, только не перемещение, а просто выделение. Как-нибудь так. А дальше, чтобы он не применялся грубо только лишь к этим точкам,
я могу воспользоваться режимом Soft Selection. Помните, мягкое выделение, которое здесь делает акцент сильный, а краям оно будет спадать. Сделать его там чуть побольше. Как-нибудь так, например. И вот теперь применить при этом выделении Noise. Да, смотрите, Noise у меня будет применяться только лишь к выделенным точкам. То есть эти вот края, которые Noise не затрагивались, можем сделать чуть меньше. Выделение это. Вот. Noise применяется только вот к этим конструкциям, то есть остальные части остаются такими же, как были. Теперь, допустим, можно тут его и посильнее исказить, например. Вот такой получится эффект. Видите, то есть искажения будут только в той области, которая была ограничена точками у нас, а не целиком применены к модели. Поэтому любые из модификаторов имеют такую функцию, позволяют нам применять к подобъектам результат и получать вот такую вот вещь. Хорошо, ну и в принципе, давайте, наверное, еще... Ну, еще об одном модификаторе скажем и на этом закончим. Вот. Мы не все еще доразбирали, но продолжим на следующем занятии. У нас еще есть пару занятий, которые у нас будут посвящены этим темам. Так, значит, я эту конструкцию удалю, потому что уже очень она высокополигональная. Последний модификатор, о котором скажем, довольно-таки простой, но невероятно полезный. Модификатор с вот таким вот названием «Симметрия». Симметрия. Модификатор симметрии. Это модификатор, который позволяет нам получать симметричные копии объектов, симметричные отражения объектов. Мы знаем о том, что у нас есть инструмент Mirror, да, который делает зеркальные копии. Симметрия делает то же самое. Разница только в том, что она сразу может склеивать симметричные половинки. Чего не делает Mirror. В Mirror нужно самим это склеивать. Например, вы там моделируете, допустим, там, лицо персонажа, например. Вы, как правило, моделируете одну половину, вторая получается просто копия чаще всего. Так вот, если это делать Mirror, потом нужно склеивать точки вместе шва, чтобы это была одна геометрия. Симметрия это делает автоматически. Когда она применяется, мы видим вот такую вот плоскость. В обе стороны идут стрелочки, которые показывают, куда будет происходить переотражение. Я сейчас отключил этот модификатор. Если я его включу, смотрите, что у меня происходит. То есть половина моего чайника с одной стороны переотражается на другую. Дальше, если нужно, я могу менять плоскости переотражения, которые у меня будут переворачивать мою плоскость. И она, соответственно, у меня будет переотражать в нужном мне направлении. Один из важных моментов – это в настроечках симметрии уровень редактирования Mirror, при котором мы получаем доступ к этой плоскости. Мы можем ей манипулировать для того, чтобы создавать симметрию в том месте, где она нам действительно нужна. Самое замечательное, видите, то, что автоматически происходит склеивание. И внутри, и везде все вычищено. Так вот как бы работает симметрия. Если нам нужна другая сторона, переотразить не вверх-вниз, а низ-вверх, например, мы просто можем поставить параметр flip. Тогда он будет работать, переотражать противоположную сторону. Таким вот образом. И два довольно-таки важных параметра в этом модификаторе. Параметр slice along mirror, параметр, который позволяет разрезать модель по плоскости вот этого отзеркаливания. Если его отключить, смотрите, у нас внутри, видите, остаются части модели. А если включено, то он обрезает их, то есть вычищает модель внутри. Это, как правило, чаще всего нужно. Slice Along Mirror позволяет убирать внутренние ненужные, невидимые части модели, которые остаются после переотражения. То есть вот включено, мы видим эту геометрию. Включаем ее, соответственно, эти куски пропадают.
И еще один важный параметр weldSim – склеивать шов. Это параметр, который позволяет автоматически склеивать точки. Если его отключить, у нас в этом месте появится линия разреза, то есть точки склеены не будут. Иногда это нужно, иногда не нужно. Когда работает параметр weldSim, у него есть параметр threshold, порог, который определяет расстояние между точками, которые он может склеить. Иногда, если там по линии склеивания модели точки близко друг к другу, чтобы они не захватывались, приходится порог этот уменьшать, делать его меньше. Очень полезная вещь, то есть симметрию получать легко и просто, значительно быстрее, чем с инструментом Mirror, с помощью вот такого модификатора симметрия. Запишите себе название следующим модификатором, мы о нем скажем в следующий раз, чтобы нам проще было сориентироваться. Модификатор вот такое будет иметь название Relax. Relax. Знакомое слово, да? В прямом смысле такой, да, некий модификатор расслабления. Мы увидим, как он расслабляет модель, в чем суть этого расслабления, для чего он нам будет нужен. Хорошо, на сегодня тогда у нас все. В следующий раз продолжим. Еще одно, максимум, наверное, два занятия нам на разбор моделирования. И дальше начинаем с вами материалы. Нет, компьютер не выключайте, просто можете выйти из системы.